против команды Канасуба, дорогие друзья. 1-8 КСПЛ. Для вас работает Вак Студио. У микрофонов пара комментаторов. Меня зовут Антон Тоник Милищук. Со мной работает мой коллега Артем Тейк михай Гурьянов. Добрый вечер, Артем. Привет, Антон. Шикарное начало дня, точнее вечера. Хеля против Канасуба. Вчера Канасубе немножечко не хватило в полуфинале, а точнее в самом финале уже не хватило. И сегодня мы, кстати, Хеля. По-моему, вчера они играли по другим тегам. Я вижу знакомые ники. Да, ты абсолютно прав. Но а теперь давай поговорим с тобой об этом составе. Тут же Санта Хеля, Авикон, Сфек и Данечка. Вот Хеля уже работает. Две головы поставил. Бум и Мейзор отлетают в одно мгновение. Но парень свои стоит на своем. Пытается Вортекс все-таки выцепить Хелю, но не так-то просто это сделать. Тут же работает Фиес, должен работать по Данечке. Данечка, живи, пожалуйста, живет. Данечка Сантас занимается грязными делишками, пушит апдаун, но а, смог накоцать. Только не сильно Вортекса сам решил уйти на более своего позицию. Разворачивается атака, собирается так, притягиваться на бомбу на сайт, конкретно Аужи, я так понимаю, и. Ну, а там уже готовится. Там уже готовится. Авикон готов. Вот, он, по первому отработал. Дальше будет выходить Неждан. Неждан тоже погибает. Остался Фиес в соло. И он будет работать с апдауном. Да, не повезло ребятам в этой ситуации. Ничего не скажешь. Авикон три головы поставил. Буквально за 10 секунд. И, таким образом, команда Хеля забирает пистолетный раунд в свою пользу на карте Детерейн. Это очень даже значимый фактор. Поскольку карта актуально для стороны обороны. Смотрим за Канасуба и что ребята будут нам показывать уже во втором форс раунде. Я думаю, для начала их нужно представить. Это Неждан, Музар, Вортекс, Бум и Фиес. Вот такой у нас коллектив. Имеют в своем составе 3 дигла. По 250 и тег будут пытаться зафорситься уже с такими девайсами. На сотке уже не очень приятно Вортекса прошили. Но все равно не критично. еще может жить, может сражаться. И может даже наказать кого-то за грубую ошибку. Да, но тут же от как хаешка довольно неплохая. прилетает. на зелень сфек Нашивает дальше до конца. Но все-таки атака у нас. Парни довольники адекватные. А вот Сантас уже делает килл по мейзеру. Тут же Вортекс отлетает от Данечки. Начинается уже для команды Канасуба не самые приятные новости. Посмотрим, посмотрим, как дальше будет пушиться зелень. Пока что неудачно. А тут же бум погибает. Остался Фиес. На зелени в соу. У него три хаус-поинта. Первый армор. Ну и ноль шансов на победу. Потому что к нему уже Данечка с вами о голову убежал с своим фарм девайсом Получать за данный фраг денежку. Да, зафармил он своего оппонента. Третий раунд начнется уже с экономического от игроков атаки. Но посмотри, парни закупают для себя флешку молотов, закупает бум. А зачем же тратиться на такие-то огромные деньги, как для эко раунда? Ну, видимо, будет какая-то заготовочка, какой-то выход на b сайт, возможно, молот полетит вообще в обдай, чтобы в спину не зашли какое-то время, ну и под одну флешку будут пытаться вырываться конкретно уже в б. Позиции. Хотя я вижу, что похоже, что фейкует тут Фиес. Да фейковался парень, за ним тут же мусор. Правда, же разбился Данечка, умолим, Данечка расправляется с тремя игроками. Вортекс и Бум остались вдвоем. Вортекс будет работать на соточке. Тяжелейшая ситуация для него. Сантас находит своего противника, выбивает бомбу из Бума. Ну и похоже, что Вортекса тоже здесь найдут. Да уж, Данечка, довольно нежное имя, но тем не менее, очень много проблем от этого парня возникло для команды Коносуба в третьем раунде. Начало четвертого, и тут же мы видим от команды атаки уже full девайсный, но... Хеля, что вы нам покажете? Тут скаут, пара UMP, MP7, MP9. Не самые лучшие девайсы, но, наверное, если отыграют в упоре, тогда они заработают. Я думаю, они решили продолжить пофармить. Не получится, так не получится. В любом случае, в случае деньги имеются у Хеля. Как бы закупиться они смогут. Причем закупиться достаточно жестко. Тут же Хеля уже оформляет немножечко минус по буму. Правда, минус холлспоинта. Пока что не минус игрок, но также контролится. Становится музером. Опасно контролит со стороны еще Вортексом. Что делает Данечка? Данечка, к сожалению, поймал его нежданной призрядки. Тут же есть размен по Авиконгу. Сфэк работает на первой линии огня. Фиес погиб. Должен погибать здесь еще один игрок. Это бум. И, ну, слушай, ну фарм девайс получается-то. Все получилось с ними. 2 в один ситуация. Два калаша на руках. Пострадал Сфэк. Но 15 хп у Неждана и Хеля уже готовится принимать этого парня. Он уже готов на все 102%. Нужно для Неждана забрать здесь бомбу. А вот куда он с ней пойдет, это уже реальный вопрос. В этом раунде парни показали себя довольно-таки с хорошей стороны. Два килла было от Неждана и от Фиеза. Ну а сейчас же ждем третий килл от Неждана. И в таком случае его команда может рассчитывать на пару взятых раундов. Если же нет, тогда отдавать до 5-0. После чего ребята будут готовы давать камбэк. Но будет ли он реализован, это действительно вопрос. Что ж, не знаю, тем временем Неждан все-таки выбрал позицию БСА. сайта, будет устанавливаться бомба, да, бомба будет установлена, но диффуза имеются у Хели, сейчас пробежится по трупам, может найдет пару каких-нибудь гранат, и попробует забрать нежданно, если при удаче еще и с хаяшки, возможно, залетит. Но нет, все-таки спокойненько с смычком Хеля выдвигается в сайт, уже готов искать нежданно. Неждан в позиции, в хороший смог полетел на сайт. Неждан потихонечку пробирается к Хеле, понимает, где находится его оппонент. И Хеля должен чекать эти позиции. Хеля не получается у него ничего, не замечает он своего оппонента. И третий, точнее, четвертый раунд остается с команде Коносуба. Уже ребята показывают свой скилл с первого девайсного раунда. Это очень важный аспект на карте Рейн, да И в принципе на любой карте в любой игровой ситуации. Теперь же Хеля понимает то, что ему и его команде необходимо закупаться на более убийственные девайсы. Есть пара АВП, три кольта. Но с раскидом, ребят, небольшая проблемка. Посмотрим, что же они нам покажут. Авикон играет на контроле. Но тут же врисовывается сплит позиции Аплента, Фес убивает Данечку. Тут же погибает Сантос, точнее Сантос делает фраг по Фиезу. тут же Музер присаживается по холстпоинтам, Бума нашли, что это за атака от Канасуба? непонятная, но Вортекс в спине работает по двум игрокам, великолепная работа от Вортекса. Дальше, я так понимаю, будет уже работать по тут замечает своего оппонента, Виконг погибает, Хеля остался в соло и Хелю нашел неждан. Ошибка была на зелени, два игрока чекали одну и ту же позицию, прыгали от вагона до вагона, в этом и была реальная проблема игроков обороны, но сейчас же надеюсь, что парни уже искоренят эту проблему и в шестом раунде мы увидим от них хоть что-нибудь новенькое, если же нет, тогда будем ждать очередного девайсного раунда посмотрим, как будет справляться с такими девайсами, которые имеют. Два UMP. Кольт, uh, еще один фармган. И Дига уже врыв пошел от бума. Бум уже врывается. Бум. Бум доигрался. Немножечко Данечка расправляется с ним. Данечка расправляется со вторым игроком. Нет, это был Хеля. Тут же работает Фиес по Хеля. Данечка Хеля отправляет в следующий раунд. Ни с чем уже. Ну и ситуация 3 в 3. Выбиванию быть Сантос. Может с Диглом еще очень много нарешать. Тут же с Фэк имеет хороший девайс. И, естественно, есть юмп у Авиконга. Ситуация 3 в 3, но я бы свое предпочтение отдал команде Канасуб. Ребята уже поставили бомбу, у них есть девайсы. У Хели только лишь одни киты, они на руках у Авиконга. Но смотрим за этим парнем, он же на верхней линии. Замечает Физа, минус голова, Физ! Все-таки смогли, ребята, Противопоставить своему оппоненту хоть что-либо в этом раунде, но нужно дефьюзить бомбу. Подстраховка верхняя линия. А китов нету дефюзищего игрока. И это попросту конечная остановка для Хели и его команды. 3-2-1. Сантас не успевает раздефюзить бомбу. 3-3 на табло. Временная ничья. Немножечко непонятен был мне факт игры. Вот Хелия, когда конкретно. Игрок Vortex начал палиться на девятке очень сильно, и, то есть, слышно было, откуда он стрелял, и на карте он загорелся, но вот почему-то не доконтролили немножечко данную позицию. Ладно, бывают ошибки, случаются. 3-3 у нас временная ничья, как ты уже говорил. Седьмой раунд готовы делить коллективы, правда, Хеля будут делать экономические с одним армором. Фиес, уже ребята готовы Ооо. Раб... О, Фиес, шикарнейший хедшот по своему оппоненту. Тут же Данечка отвечает таким же хедшотом уже по Мейзеру, но необходимо ребятам забирать своего оппонента. Фиес занимается данным вопросом. Хеля, фраг по буму, но разворот. Фиес, шикарнейший разворот от этого игрока. И уже минус 3 в седьмом раунде. Посмотрим, сможет ли Авикон теперь повторить данное действие, что со сотворил в прошлой игре Сантос. Но нет, не справляется он с Дигом. И Сфэк тоже погиб тем временем. 4-3 ситуация. Канасуба начинают лидировать, но впереди нас ожидают девайсы от Хели. Да, и команда Хеля, и сам же Хеля в этом раунде ребята будут закупаться. В этом нет никаких сомнений. Но при этом, восьмой раунд, он будет довольно-таки напряженный, как для одной, так и для другой стороны. Хеля понимает то, что им необходимо брать, поскольку отдавали уже четыре раунда к ряду, что в целом довольно-таки не смешно. Что касаемо экономики, у Канасубы она имеется, не самая хорошая, Оу! но все-таки есть Санта, да есть же, живает Вортекса. Вот так вот нужно работать, а вот тем не менее, атака под Б-сайдом застопорилась. Ты просто не видел, наверное, этот прострел в смоук, парень по таймингу вышел, такой думает, сейчас уберу прицел, и такой, напоследок, напоследок выстрелю, тут же выстрел и фраг. Тем не менее, врыв уже на Б-сайт успешный, бомба установлена, защита пока что не выбила ни одного игрока, бомба стоит, время теперь работает на террористов, и максимально нужно сохранять спокойствие и ждать своего оппонента. Ну и потихонечку начинаются телодвижения от Хели. Сантас работает вновь по своему оппоненту. Або в руках килл по Мейзеру. Тут же Фиес готов спасать свой коллектив. Неждан. На нижней линии по Сфегу есть контакт. Но тем не менее, раунд уйдет за Хелей. Смотрим, уже есть дефьюз по бомбе. Девятый же у нас Бумыч. Но Бумыч получает пулю в голову от Данечки. И на табло очередная временная ничья что вновь 4-4 но тем не менее у Канасубы есть деньги есть хороший раздроп от вортекса как минимум то есть пару девайсов он дропнуть сможет но решили купить авп и закупиться так что ж хорошо решили сделать так сказать крайний бай в случае проигрыша ну и в случае того если бомба естественно не будет стоять далее посмотрим за действиями три игрока точнее два игрока направляется на зелень два игрока Вместе с бомбой направляются в сотку, тут же на первой линии огня уже стычка с Хеле, Хеле проигрывает ее, к сожалению, Свояк работает по а, траве, по зелени, должен, должен принимать своих оппонентов, но пока что к нему никто еще так и не пришел. Но теперь же есть у нас такой парень, как Мейзер и его Дигл в руках. Мейзор убивает с Фега. Дальше, дальше нужно действовать, дальше нужно проходить. Уже есть киллы от Сантуса. Тут же Сантус погибает, Мейзор убивает Авиконга. И последний остается у нас Данечка на зелени. Шансов у него, в принципе, предостаточно. Необходимо убивать своего пэта, но Вортекс э, Этот парень убивает Данечку ваншотом с АК-47. Вортекс был не согласен просто с решением Данечки, и Данечка погиб. Тем не менее, опять же таки, на одно очко Канасуба начинают лидировать. Я смотрю, что Хеля закупился, как, как же остальные тиммейты. Ага, остальные тиммейты делают что-то странное. Это какой-то такой кусочек форса в экономическом, как-то это так назвать. Потому что всего лишь два армора, две пачки диффузов, один девайс, остальные с пистолетами, а Виконг вообще с юспом будет бегать. Посмотрим, смогут ли Хеля забрать данный раунд и что же нам покажут Канасубу. Я вижу, что они уже готовы вырываться на B-сайт, уже заняли активно катушечки, должна готовиться раскидка потихонечку. Но тем временем от Хеля укрепление, укрепление на A-сайте и B-сайт будет принимать сам же игрок Хеля вместе со своим товарищем Данечкой. Хеля играет у нас на катушке, хелпа будет от его это Данечки, и парни стоят у нас в перекрестном огне, а вот я на их месте попробовал бы даже сделать букс, почему бы и нет, контроль нижней линии с такой позиции довольно-таки комфортный для игроков обороны, и это неприятное удивление для игроков атакующей стороны. Фиес уже проходит, замечает Данечку, замечает даже Хелю, Хеля делает один килл по буму, но Фиес попросту два килла, и бомба будет ставиться. Что ж, Vortex с АВП встречает сейчас зигзаг, встречает первого, по второму решил не стрелять, хотя мог бы убить прострелом, смог, но решил не делать таких поспешных решений. Тут же Авиконг погибает от Фиеза, Сфэк остался в соло, не получилось даже одного фрага сделать этого парня, и Музер отправляет последний завершающий фраг в 10 раунде. Тем не менее, теперь уже в 2 очка лидирует Коносуба, нужно байться, и бай будет от Хели, по крайней мере импровизированный, нет, не будет. Не будет ба, Я думал, закупят юмпы. Нет. Тут решили сделать еще один форс uh, уже с пистолетами, уже без девайсов. Три первых армора имеет в своем активе команда Хелия. Ну и посмотрим, что же они нам покажут в данном раунде. Тут же Хелия и компания на зелени готовы работать. Ребята, Данечка многое зависит в этом раунде. Именно от тебя Данечка и своих делает по фрагам. Данечка. Два кила подбирает АВП. Но тут же на спауне. На Т-спауне замечает Бума. Бум. А бомбу не обнаружил, наверное, парень. Именно по этой причине и покидает свои края. Тут же перетяжка на позиции Апланта, Данечка замечает на десанте своего оппонента Фезом. Данечка дальше. Дальше с Авиком. Не стоит спешить, дружище. Промах по дальнему. И уже конечная остановка для этого парня. Грубая ошибка была уходить назад в данной ситуации, тем не менее Сантос все-таки еще имеет калаш, этот парень может тащить клатчи 1 и в 3, вчера мы это наблюдали, посмотрим получится ли у него выбить бомбу на Б, в любом случае диффузов у него нету и если сейчас он не поймет, что атака сместилась конкретно под этот сайт, ему придется тяжело. Ему придется очень тяжело, но он все прекрасным образом понимает. Сантос, нижняя волна уже под его контролем. Проходит информация для Бума. Тут же Фиес понимает, ребята, то, что нужно действовать. Сантос, нет китов. Нужно работать как можно быстрее. Верхняя волна. Контроль также серый вагон, но не понимает, где находится его оппонент. Скорее всего, в этом и будет вся проблема в данной ситуации. Бомба начинает дефьюзиться. И со спины, со спины Фиес сбоку закопал Сантоса. Седьмой раунд за командой Канасуба. Уж слишком близки были Хеля работать уже конкретно в 11 раунде и забирать его в свою пользу. Но тем не менее, Канасуба справляются. И пока что счет на тобой 7-3. Тяжелая ситуация, хотя какая тяжелая, достаточно рабочая ситуация для Хеля. Только 12 раунд. Имеется 5 а, кольтов. Вполне смогут с ними реализовать себя также в зеркальной ситуации от канасубы, только 5 калашей. Тем не менее, врыв уже, я так понимаю, начинается на А-сайт. Опять же-таки, выход будет через сотку. Тут же контролится нежданным апдаун. Единственный игрок, который находится не с командой. Вся сная команда пытается пройти на А. Вортекс и вся бравада готовы работать против зелени на Сантоса, были наведены все стволы. Вортекс сделал килл по Сантосу, тут же Фиес разобрался с Вегом, Хеля, Хеля, дружище, не выдавай свою позицию, Фиес, пока что работает, но Хеля уже ставит на него точку. Тут же Мейзор, две пули выпускает в сторону Хеля, одна из них попадает по голове этого парня, Данечка, Данечка, два килла и ситуация уже два в одного. Отлетает Данечка, Авиконг последний и благо, благо Авиконг проснулся своевременно, пятый раунд для Хели. Тоже ребята молодцы, действительно хорошо сыграли. Сыграли на размен, все получилось. Все получилось. Главное, что раунд забрали. Да, потеряли, конечно, много девайсов, но закупиться смогут. Закуп, конечно, будет уже не таким суровым, как был до этого. Но в целом, я думаю, с парой юмпов вполне можно его ожидать. Ждем э, следующих эпизодов. Вот знаешь, как по мне, первая половина уже не такая важная для ребят. Да, ждем от Хели, конечно же, седьмого раунда. Но тут же Мейзор приговорил Данечку. Вортекс готов работать с апдауна. Хели делает свой килл по Мейзору. Разменный килл Вортекс уже не дремлет. Но давай-ка посмотрим за байсайдом. Тут же бомб -керри у нас работает через верхнюю, он же бум. А вот Неждан. Неждан также притягивается к своему тиммейту, но остается на контроле спины. Потому втроем будут выбивать о, бомбу уже конкретные игроки обороны. Тут же Авиконг работает, но не дорабатывает по двум оппонентам. Фиес есть первый минус. Фиес дальше ждет своего противника. Сфайк тоже погиб. Сантос нашел бума. Сантас, пытается уйти. Я так понимаю, это уже стопроцентный сейф. Все-таки АВП терять не хочется. Дальше денег не будет у команды Хеля. И восьмой очко достанется команде Канасуба. Как бы так... Как бы нам не хотелось увидеть более плотного противостояния. Ну вот сейчас действительно момент довольно-таки настораживающий для Хели. Как я ожидал. Как я ожидал, что эти ребята сегодня будут тащить довольно неплохо. Но видим следующую ситуацию. Попросту отдаются. Не умолкает ствол у нас, у игроков команды Канасубы, но тем не менее, на каждого героя находится и своя пуля также. Хеля, жду взятого раунда уже на 15-м, сейчас же 14-й и довольно трудно что-либо сказать. Действительно сказать, что либо трудно закупает Данечку себе еще Юм без армора будет действовать этот парень. Имеется ВП у сантаса Можно попробовать как-то с ним отыграть. Сантос уже готов. Санта! Сентри Отлично. По второму прострела не будет. Но замечается оппонент. Спек подходит на близкую. Уже на зелени работает. Есть еще один минус. Также Музер пытается поймать свою голову. Находит ее вторую. Но нельзя подставляться. Свегу Свек Испайк все-таки отдается. Тут же погибает Эвикот на А-сайте. Хеля и Санта стали Хеля, точнее, Сантас. погиб. ВП выбили. Хеля будет работать с По-моему, только что его слушали Хеля! Ай-яй-яй, не потому он начал первому стрелять, но тем не менее, есть фраг, и дальше осталось бы доработать, подобрать бы какой-то девайс уйти, обойти, не знаю, придумать что-нибудь сейчас для Хели очень важно, и это квач один в один. Для Хели будет очень трудно взять этот раунд, даже по той самой причине, что его. Вортекс может услышать. Секундочка. Секундочка, необходима для Хели. Кричит парень. Уже летит также через зелень. Бомба уже была установлена от Вортекса. Не услышал Вортекса своего оппонента. Возможно, именно этот эпизод и сыграет в пользу Хели смотри, как интересно Вортекс смещается на вторую линию огня. Сейчас будет небольшая разминочка между игроками. И Хеля уже на сайте. По-моему, вот Вортекс услышал что-то. Что-то понимает. Но тут же Молотов прилетает на сайт. Теперь понимает Хеля, где находится его противник. Но О! сгорает. Ай-яй-яй. Шашлычок. Свежий шашлычок, дорогие друзья. 15 раунд на карте Детрайн. Последний раунд первой половины. И что ж, Хеля, что вы нам покажете? Ожидал я от вас уж очень много в этом раунде. Надеюсь, вы оправдаете все мои ожидания. Все-таки еще имеется сторона атаки, так что не стоит забывать. Пока еще не все потеряно. Возможно, за атаку Хиля соберутся и продемонстрируют весь свой скин на максимум. Но, тем не менее, имеют в своем составе SSG, Хоам, имеет MP7. Тут же имеется ЦЗшка, Кольт и Юмб. Такие вот девайсы у парней. Все хорошо у Канасуба. Тоже имеют ССГ, АВП и три калаша. Хеля, верхняя линия, дружище, все в твоих руках. пум, Уже остается а без девайса. Погибает этот парень. Майзор на размере своего тиммейта. Хеля погибает в ответ. Но при этом Данечка, кор игрок на позиции Бэплента. там, Виконг и вся компания понимает, что нужно хелповать своему тиммейту как можно скорее. Данечка может работать неждан. Вот это реальный неждан для этого парня. Данечка готов открыть смог на верхнюю, но пока что не торопится этого делать. Тоже хочет услышать врыв. Вот она. Прилетела граната, нужно откидывать смоук, и О, можно дальше работать. У него минус интернет, похоже, друзья мои, он завис, но нет, проснулся своевременно. Сантос был на подстраховке, в спине работает сфэк, и все-таки в пятнадцатом раунде парни смогли собраться и взять для себя шестой поинт. 6-9 на табло. Вот такой вот у нас конец первой половины, возможно, ты что-нибудь сможешь добавить, Артем. Что ж, неплохой раунд исполнения Хеля показали, что они могут работать не только с о, 4, 4 кольта и 1 АВП. Тем не менее, тем не менее, давай быстренько пройдемся по таблице. Фиес 19 к 11, 13 к 8. Vortex, Музар 9 к 12, 7 к 9 играет неждан. И о чудо, бум 0 на 15. А я вот даже по ходу всей игры не обращал на него внимания. Сантос 16 на 8, Данечка 14 к 10, Хеля 10 к 12. Авикон 6 на 9 и Сфэк 8 на 10. Вторая половина уже начинается. Мейзор готов к работе. Тут же замечает голос своего оппонента на верхней линии. Мейзор! Авиконга уже закопал. Дальше ребята работают. Сантос! Сделать килл, но пуля в его голове случилась буквально мгновенно. Ворвался Сантос в плохую компанию. Слишком много людей его встречало. Тут же работает спек, помогает своему тиммейту, но не дорабатывает. Вортекс работает до последнего хеля. Есть минус по Вортексу. Тут же размен. Бомба дефьюзится, пытается Данечка что-либо сделать, но Музор оказался сильнее в данной ситуации. Да, вот такие вот ситуации, знаешь... Э, не очень, не очень хорошие для игроков атаки. Все-таки коносубы у нас не гостеприимные. Скажут нам Хели чуть что, так тут же пуля в голову. Потому пауза залетает, залетает пауза, там все-таки спрашивают все про монетки пока что в чате. Ребят, монетки все выводятся. Зачастую это происходит 1 или 2 числа, либо 16 числа месяца. То есть накапливаются просто заявки, и потом в один день сразу всем рассылается. Ваша заявка, если оставлена, не стоит переживать, все придет. Мы еще никого не обманывали, и не было таких случаев, чтобы мы не выдавали кому-то монетки. 17 раунд, минус игрок у Хели, и что это может быть? Что это может быть? Пока что игрок у нас не заходит. Сам же Хеля покинул сервер, но в ближайшее время он должен вернуться. Вот чего ты ожидаешь от второй половины? Честно, я, я не знаю, что ожидать, потому что я, я немножечко не узнаю. Сегодня вот Сантоса, Сфега. Как-то не те парни, что были вчера. Сегодня не так летит, но тем не менее, Санта все-таки занимает свое первое место. Отыгрывает как надо. Данечка следует за ним, и Хели уже далее. Свек пока, видимо, еще не до конца проснулся. Видимо, нужно разыграться. И, возможно, возможно, сейчас решается как раз-таки исход о, данного матча, потому что сейчас с этой паузы может, о, как ты знаешь, многое повернуться. Да, да, сейчас будет экономический, как бы ты прекрасно это понимаешь. Бомба стояла, но далее это девайсный, и есть что обсудить перед вот таким раундом. Будем ждать следующего девайсного. Сейчас же Хели нам покажет свой эко-раунд. Парни, наша пауза, пишет Хеля. Все ждут за это машнить можно. Боже, то мой сейчас бы за паузу в наше -то время машнить. паузы еще очень очень много. 17 раунд начинается не самые приятные нотки для Хелем и его команды. Канасуба пользуется паузы своего оппонента, поэтому мне кажется будет уж очень жарко в 17 18 раунде. Тоже зляться. злятся. хеле я так понимаю, что паузу не поделили, но бывает. На самом-то деле, действительно, если смотреть с точки зрения конкретно вот правил, по идее, противо, ну, то есть другая сторона, ничья это пауза, должны сразу же писать, писать unpause. И в случае того, если им необходимо эта пауза, ставить свою. Но ну, это логично. Это логично, тем, да. тем, не менее, можно как-то договориться, я думаю, в этом не будет проблем. То есть, задержали паузу Хели, не проблема. Я думаю, Коносуба поделятся не будет таких конфузов. Ну что ж, уже нам залетает анпаус, и начало 17-го раунда будет буквально через 5 секунд. Посмотрим, что нам покажет Хели. Сейчас же экономический раунд, как я говорил немного ранее, ожидать чего-либо сверхъестественного, на мой взгляд, не стоит. А вот следующий раунд, уже 18-й, будет довольно интересным. Посмотрим. Еще, возможно, все здесь сейчас тоже поменяется. На самом деле, Данечка уже очень далеко прошел. Данечка замечает своих двух оппонентов. Ему будет подстраховывать его тиммейты. Тут же минус по Хели. Свэг будет должен работать. Должна голова залетать по Вортексу. Он не залетает. К сожалению, Свэг теряет бомбу. Также погибает еще и Данечка. Подгибать будет Сантос. Но думал, что фраг он все-таки даст по Вортексу. Но догнать Вортекса не получилось. 11 уходит за обороной, и тут же парни будут оставаться на своих фарм-девайсах. Посмотрим мы также за стороной атаки, что нам эти 5 игроков смогут показать в этом раунде. И посмотри, 5 АК-47 против 5 фарм-девайсов, мне кажется, уже Хеля прямо сейчас могут забирать в свою пользу 7 и 8 раунды. Потому что если мы с тобой обратим внимание на экономику сейчас Коносубы, то я бы не сказал, что там все у всех гладко. Да, закупиться не смогут после проигранного раунда, но в целом, в целом, не у всех, возможно, будут девайсы. Неждан, Неждан, и тут же три его тиммейта готовятся, ребята, к приемке своего противника. Есть первый килл, работает Кольт, работает АК-47 в ответочку, тут же Сантус и Хеля работает. Хеля два килла делает также по буму, прилетает голова. Дальняя дистанция, Сантус, шикарная реализация своего девайса и позиции. Мейзер последний, и у него уж очень мало шансов на то, чтобы взять этот раунд в пользу своего коллектива. Хеля уже подкрадывается сбоку, Мейзер не доберет никого в этом раунде. И в остались в живых Хеля. Как же... Слушай, они слишком жестко зашли как-то на сайт. Я толком не успел разобрать, что произошло. Просто ворвались через сотку и развалили кабины. А так ведь и нужно работать. Когда ты действуешь очень долго, тогда оборона может уже подловить тебя, где-то поджать, переиграть всю ситуацию в свою пользу. И в конце-то концов занимать более комфортные для себя позиции. В этом также что-то есть. 19-й раунд. Атака также мечется на то, чтобы его взять. Ведь не мудрено, ребята отдают уже на минус 4 своему оппоненту. Тем не менее, Неждан замечает своего соперника, ставит голову, по Сфегу, выбивает бомбу, тут же есть прострелы по Неждану, Неждан в ответку почему бы не нашить, не хочет он заниматься этими делами, тут же замечает выходы из апдауна, есть еще один минус этого парня, погибают два игрока защиты, еще же Вортекс, размен по Дане, Неждан работает по Хели и Авиконг остался в соло, слушай, это заявочка на хороший камбэк от Канасубы, Канасуба дорабатывает нежданный и Авиконг тоже погибает. 7-12. Вот э, почему-то, почему-то я посмотрел на vortex и хотел огласить его статистику. 17-10 у парня. Но вот у Бума я хочу поздравить с почином. У парня первый килл за 19 раундов. Возможно, в 20-м он сможет еще также что-либо настрелять. Посмотрим. Надеюсь, он все-таки после... Если все-таки выигрывают к особо данную карту, сходит, выпьет кофе, проснется, и в следующей игре мы уже Увидим его достаточно уверенным. Тем не менее, 20 раунд Коллективы уже делят. Работает Авиконг с апдауна. Тут же его чекает Неждан. Неждан уже заметил модельку своего оппонента. Будет уже контролить окончательно данную позицию. А бомба? Бомба пока что готовится на выход под b сайт. И сейчас перетяжка от Бума, Музера и Фиеза может быть тотальной. На самом-то деле Бум остался в соло. Против трех игроков атаки на b сайте Очень тяжелый момент на самом-то деле будет сейчас происходить. Но вот вот уже притяжечка пошла, и все, в принципе, отлично. Вот все отлично, да, сейчас же игроки обороны смогли угадать с таймингами, но тем не менее, Сантос также угадал, по Мейзору отработал, парень остается красным, бум убивает Хелю, Сантос закопал Мейзора, тут же Авиконг, и Сантос работает против своего оппонента, Фес погибает, необходимо дальше давить, есть серия разменов, ситуация уже 2 в 2. Тоже Авикон сейчас пропускает своих оппонентов, будет работать сверху, я так понимаю, оставляют в пункте Свега, а Свег все-таки с фармганчиком, у него такой девайс, должен забирать сейчас балкончик, тут неждан, да ладно, практически фул блайнде получал урон, ну и не смог так его Авикон догнать, тем не менее погибает еще и Свег, бомба будет успешно раздефьюжена, и 13 очко заберут свой актив Коносуба. Вот такая вот игра от этих парней меня пока что не радует. Хели имели в этом раунде стопроцентный шанс на то, чтобы взять его в свой карман. Но по итогу буквально 15 секунд перебывания ребят под позицией Б-планта. Я уже понимал то, что это будет феерия для этих парней. И отдача раунда здесь попросту неминуема. Очередная пауза залетает от Хели. Теперь уже и Vortex решили не писать анпау, кстати, тоже, смотрите, от обсуждают что-то активно. Тем не менее, нужно подумать, что сейчас делать. Имеется у Сантоса 4600, да, он может раздробать пистолетики. Не знаю, зачем закупает армор сразу себе хели и чашку. Хотя, в принципе, оправданное решение, 1850, плюс еще начислит за проигрыш. Вполне нормально можно будет сделать бай, единственное, что гранат будет не хватать у этого парня. Тем не менее, тем не менее, готовится какое-то обсуждение, не знаю, может парень отошел, возможно ребята действительно обсуждают э данную сложившуюся игру, давай немножечко пройдемся по закупу коносубы, смотри, у Неждана АК, у Бума АК, у Музера Мочка, АВП имеет в своем активе vortex и Фиес пока что ничего не закупил. Но вот лично мне кажется, что Бум сейчас зря закупил для себя вторую флешку, поскольку минус флеш, и тогда он смог бы дать своему тиммейту Фезу Кольт, а тот, в свою очередь, закупился на фулл раскид, второй армор и киты. Такой момент, он иногда уходит из глаз игроков, но, тем не менее, это не опыт. Это не опытность коллектива. Бывает такое также довольно часто. И тут же Херя Вся команда, наверное, решается на бай, но посмотрим. будет ли он оправдан, я считаю лично, что нет. Поскольку, что мы здесь с тобой увидим? Пару АК-47, пару пистолетов, МАК-10, и, как по мне, это недостаточно на то, чтобы взять раунд в свою пользу, и тем более перевернуть игру с ног на голову. В целом, в целом, эффектом неожиданности, с каким-то жутко быстрым вырывом на B-сайт под флешечки, выбивая быстро с фармгана опорников на близкой дистанции, может и зайти. Вопрос только потом, как удержать эту бомбу. Да, вопрос вот действительно правильный. Ну что ж, у нас Анпаус команды готовы. Начинается 21 раунд. Пара к 47 -х. Пистолеты и маг 10 -й. Все, что имеет в своем кармане Хели. Но смотрим, смотрим. У, у появляется Фиес. У него Фомас, второй армор. Здесь же ребята не договорились. Тоже, видимо, да, не договорились. Тем не менее, сейчас будет встреча с музером. Музера спалили, но, к сожалению, Музер также спалил очень много информации. Сантас работает в апдауне. не Девайс он себе уже считай нашел. Тут же Вортекс минусует хелю. В апдаун же спускаться не очень хочется. И выход на идет потихонечку на Б сайт. Вот он уже врыв сайт. Музер до последнего будет работать со своим тиммейтом. Пытается что-то сделать. Хашка политика сейчас трехочковая. Просто по Сантасу выбивают бомб Керри. Тут же работает бум. Есть минус по Сфегу. Еще с залетает минус Даня. И музор на звук дефьюза спокойненько а, убивает Авиконга. 7 раундов разницы. Огромнейшая разница. У Хели в этом раунде будут проблемы с девайсами. Очередные. Тут же Фэг и Данечка. Пистолеты. Нет, ЮМП появляются. Ничего ж себе. Наш ребята, для себя деньжат. Но основная проблема у атаки. У них нет гранат. Три смока, четыре флешки и одна хае как по мне, маловато. Посмотрим. Посмотрим. Действительно, не очень много гранат, но под них можно сыграть. В любом случае, Хеля уже оформляет entry kill по неждану. Врыв достаточно успешный. Осталось только раскрыть гранаты и хорошо бы поставить бомбу. Авиконг, еще одна голова. Хеля погиб. Нужно работать дальше. Авиконк слепой будет пытаться работать по своим оппонентам, но Vortex уже спины с АВП работает по Виконгу, тут же два игрока идут к нему зажимать его, но кто же так играет прямо на прицел АВП, врывает Станечка, Фиес минусует Сантоса и Сфэг остался в соло против трех игроков защиты, закидываются просто всем, чем можно сейчас на зигзаг и даже прострелом спокойненько, бум, убивает Свега. Да, вот такая вот не самая комфортная ситуация. А вот вспомни начало игры. Данечка работал по своему оппоненту довольно-таки шикарно. Что дальше пошло не так, этого мы с тобой уже никогда не узнаем. 23-й раунд. Необходимо Хеле отыграть 8 мапоинтов. Смогут ли они отыграть в целых 8 раундов к ряду? Я в этом, если честно, сомневаюсь. Я бы даже сказал, знаешь, есть такое выражение. У режиссеров, когда снимаются артисты, если сыграл хорошо, кричат верю. Если нет, то кричат, не верю. Вот я бы сейчас сказал не верю. Я в такие камбэки данно, конкретно вот в данной ситуации. Тем не менее, вортекс нашел уже авиконга. Тут же неждан работает по трансформатору. Там находится Хеля. Немножечко его просадили. Также сфэк погибает Сандерс, размен по неждану. Подключается бум. Есть минус по сантесу Бомба вроде как находится недалеко от пунта А, но вот за ней еще нужно будет в любом случае идти, и Музер уже контролит. Контролит Хелю, есть минус по этому парню. Даня разобрался с Вортексом, и Даня остался последний. У него 16 хаус-поинтов, его уже контролят. У него тяжелейшая ситуация, как ему выходить отсюда, непонятно. Промах с АВП Дани, не самый лучший эпизод. И вторая пуля также улетает в молоко. 7-16, Канасубы проходят дальше, и увидим их уже в четвертьфинале. Дорогие друзья, небольшая рекламная пауза, после которой мы вновь вернемся к вам.